Я всем привет! Еду в Икею посмотреть, может быть, есть какие-то новиночки. В июле обещали. Так что сейчас буду смотреть. Если что-то будет интересное, буду делать обязательно обзор. В торговом центре распродажи, скидочки летней коллекции. Да, друзья, лето уже перевалило за серединку. Скоро осень. Уже к школе детки готовятся будут скоро. Итак, друзья, я вас всех приветствую еще раз. Наконец-то я выбралась в Икею посмотреть, что же новенького нам подвезли. Сразу же на входе обратила внимание, что появились икеевские зонтики. Раньше их не было. О качестве, конечно, можно поспорить икеевских зонтиков, но цена очень даже приятная. 199 гривен. Вот в таком вот черно-белом цвете приятным. Зонтики легкие. И в черном цвете. В черном цвете зонтиков больше. Вот таких черно-белых уже очень мало осталось. Дальше в этом же отделе рюкзачки 399 гривен. Разных расцветочек. Вот в таком ассортименте. Рюкзачки Started. Поясная сумочка Warl Dance 329 гривен. Смотрите, какой замечательный яркий коврик. Стоимость его 849 гривен. Называется Вонге. 78 на 150, светло-зеленый есть, есть бежевый и есть в сером цвете. У него такой приятный мягенький ворс, и он очень приятно смотрится. А в этот коврик Вонсбак я просто влюбилась. Очень мне хочется его приобрести. Все хожу, присматриваюсь, пока не приобрела, но, может быть, к осени приобрету. Дальше идут коврики Винфар 149 гривен, коврики для ванной комнаты 40 на 60 в трех цветах, серый, зеленый красивый бутылочный и бежевый цвет. Коврики тоже очень приятные, на прикосновение тыльная сторона прорезиненная, скользить не будет. А что я хочу сказать, хорошие товары по бюджетной цене в Икее разбираются. Вот, например, стеллажи, остались только угловые стеллажики по 199 гривен Вескин, пластиковые стеллажи. Черных, как мы видим, там уже практически не осталось, таких прямоугольных. Но такие вот полочки еще есть в достаточном количестве на присосках. Стоимость этой полочки на двух присосках 149 гривен. Полочка T-Scan. Бюджетная пластиковая леечка для душа по цене 79 гривен. Плавно переходим в столовую. В столовой у нас появился новый столик. Круглый. Диаметр его 85 сантиметров. Стоимость 2799 гривен. Гамларет столик. Столешница у него деревянная. Ножки черного цвета. Очень уютный, компактный столик.
Столик Лерхамн 74 на 74, светлая морилка, компактный столик по стоимости 1999 гривен на белых ножках с деревянной столешницей. $3999 стол и 4 стульчика. Йок-мок. Морилка антик. $3999. Вот такой комплект симпатичный. Смотрите, какой огромный стол. С какой столешницей. Это что у нас? Это у нас стол обеденный. 235 на 100. Акации. Скокста. Цена его 13 999 гривен. Что же это за красота? Акация. Так. Вот видите, какая красота. Насыщенный коричневый колір і виразну текстуру. У звичайному міцнасті кадо подряпин і води ідеально підходить для повсякденного використання. Часом акація стає трохи темнішою. Видите, просто шикарний стол на огромну кухню. Обеденний. Очень красиво смотрится. Появились чехли на стульчики. Бергмунд. 599 гривен. Тоже Бергмунд 599, серенький. 599 в полосочку. Серый и бежевый. Белый Бергмунд 799 гривен. Вот такой. 799, темно-синий, белые цветочки. Ну, а это вообще моя слабость. Цветы в Икее. Они какие-то здесь особенные, такие нежные, такие приятные. Хочется купить, хочется потрогать. Смотрите, какой букетик летний. Маки, ромашечки. Это пионы, такой весенний нежный букетик. Стоимость их 49 гривен. А вот какая шикарная роза. Она прям как настоящая, с мою ладошку. Зеленые искусственные растения тоже симпатичные в Икее, мне нравятся, попадаются очень-очень даже приятные. Папоротнички такие в горшочках, 89 гривен. Так, вот какая красота, милота, три цветочка. Орхидейка, плющик, еще какой-то цветочек. Фейка называется. 149 гривен. Смотрите, какие хорошенькие. Вот такая интересная композиция. 249 гривен. Смотрите, плющик. Голубенькие цветочки. И такие, это берез, по-моему. Вот такая вот интересная композиция с искусственных цветочков. Мне очень нравится. 249 гривен. Люди, которые посетили Икею, стали счастливыми. Вот и мы. Зашли в место счастливых людей, во львовские круассанчики. Взяли по круассанчику с тунцом, там еще яичко внутри есть. Вкусные свеженькие круассанчики, подкрепились.
А вам, друзья, спасибо большое всем за просмотр. Поставьте нам, пожалуйста, лайк, кому понравилось. Ну и кому не понравилось, ставьте дизлайк. Мы это тоже принимаем. И пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.